Карпов Александр Терентьевич, дважды Герой Советского Союза. Родился 17 октября 1917 года в деревне Филинёво Ферзяковской волости Калужского уезда Тульской губернии. Командир авиаэскадрильи 27-го гвардейского истребительного авиационного полка 2-го гвардейского истребительного авиационного корпуса ПВО Ленинградской армии ПВО гвардии капитана. Награжден орденом Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, медаль за оборону Москвы, за оборону Ленинграда. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года участвовал в обороне Москвы и Ленинграда, снятии блокады Ленинграда, Выборгской операции. Всего за годы войны совершил 456 боевых вылетов. В 97 воздушных боях сбил лично 29 и в составе группы 9 самолетов противника. Погиб 20 октября 1944 года в результате авиакатастрофы. Символическая могила Карпова расположена в поселке Левашово. 7 августа 1943 года за выполнение 370 боевых вылетов и участие в 83 воздушных боях, в которых сбил лично 16, и в составе группы 7 самолетов противника, гвардия-капитан представлен званию Героя Советского Союза, которое ему было присвоено 28 сентября 1943 года. И печаль, мы замолкаем, глядя в небеса.